Привет всем участникам проекта! На этой неделе мы решили запустить задание от админов. Так как это задание будет своеобразное, но, можно сказать, отличающееся от всех предыдущих заданий, прежде выставляя его в группе, мы просим вас всех пристегнуть ремни. Задание мы решили назвать «Друг плюс плюс». В чем суть задания? Все предельно просто. Вам нужно будет привести в группу несколько участников. Если вам удастся привести двух или трех участников, это будет просто замечательно. Почему? Потому что наши ряды пополнятся, а значит, будет больше интересных заданий. Но вы спросите, как же выполнить задание? И что же, если у меня не получится никого привести в группу, тогда придется платить штраф? Вопросы законные, сейчас мы на них дадим вам ответ. Насчет вопроса, а вдруг у меня не получится пригласить кого-то в группу? Даже и не думайте о неудачах. Мы в вас верим, у вас обязательно получится. А теперь о том, как выполнить задание. С этого момента вам нужно быть предельно внимательным. На этой неделе вам последовательно нужно будет выполнить следующие пункты. Найдите одного, двух или трех людей, которые интересуются вопросом саморазвития и совершенствования. Вам будет проще, если это будут ваши друзья. Но это уже решать вам. Расскажите им о существовании группы, о том, какие задания выставляются и как вы их выполняете, почему вы не хотите потратить $1 и как это вас мотивирует. В общем, сделайте хорошую рекламу. Пункт 3. Предложите поучаствовать в проекте. Пункт 4. В случае, если человек не будет готов сразу принять ваше предложение или откажется, предложите ему подумать пару дней и после этого дать вам ответ. Не забудьте напомнить человеку о вашем предложении через пару дней. Предложите поучаствовать в группе еще кому-то, пользуясь теми же инструкциями. А теперь самое интересное, что касается отчетов. Выполнив вышеупомянутые 6 пунктов, ладно, сами потом пересмотрите и прослушайте еще раз. Выполнив все пункты, вы выполните и задание. Даже если у вас не получится привести кого-то в группу, что весьма маловероятно, вам не придется платить штраф, так как вы сделали со своей стороны все зависящее от вас. Запишите видеоотчет и расскажите, кого и как вы приглашали в группу. А результаты мы увидим, конечно же, позже. И, конечно же, мы не можем оставить вас без бонуса. Если вы приведете одного человека в группу, то в дальнейшем, в случае невыполнения какого-то из задания, вам однократно будет позволено не платить денежные взыскания. Еще раз подчеркиваю, только однократно. Мы желаем всем успеха в выполнении этого задания и, конечно же, ждем пополнения в группу. Всем пока и будьте лучше, чем вчера.